Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, ставьте мы больше снимать для вас видео. Макеев, как говорят, там обстрел, еще что-то, правда ли? И в чем причина? Здесь в данный момент мы видим, в чем причина. Это ответный удар какой-то. То есть, видать, в Новый год, как говорится, Россия устроила там месть, да, то есть пытались уничтожить больше людей, и пострадало людей много, да, что праздник был испорчен, видать, вот он, да, испорченный праздник, обман и так далее, ну, скрытая угроза. И поэтому был ответ. То есть мы видим, ответ был именно четкий по скоплению. Россия, мы видим, вот оно, скопление, беспорядочные обстрелы, беспорядочные ракеты, еще что-то. А тут четко по цели, да, четко по цели было ударено, видать, вот. Это будет продолжаться. Конечно же, Россия это выставит себе в плюс. Она скажет, вот мы бедные пострадавшие и так далее. Но это, знаете, когда вор обвиняет вас в воровстве, при этом грабя у вас квартиру, да? Вот. Улыбаясь в лицо. Вот так же и здесь. Здесь в данный момент мы видим, ситуация не меняется. Украина не пошла ни на какой мир, похоже. То есть согласия нет. Хотя пытались они заставить Украину насильственно, это не сработало. Поэтому, по сути, да, разрушение Макеевки или как ее, да, там, это все будет. Причем целая группа людей, мы видим скопление костей, да, вот. Скопление костей, это как раз группа целая уничтожена была, как встречно, да, встречно. Причем это была издевка какая-то. Специально, видать, в России кто-то из военных поиздевался, послав ракеты в такой праздник. Вот, поэтому ответный удар был соответственно. Жалеть таких людей не надо. Они знают, на что они идут. Жалеть фашизмов не знаю, зачем фашистов жалеть. Вот. Кто-то в Украине кого-то жалеет, в России нет. Так же и здесь. Здесь есть еще опасность, что русские женщины будут пытаться мужиков заставлять не идти воевать. Ну и будут снова заставлять, вот она, снова заставление идти умирать и так далее. Ну, кто безмозглый, пускай идет, кто любит помирать, видать. Ну что ж, всем удачи, успех, с вами был Александр Чув, ставьте лайк, комментируйте, постите, удачи!